Всем привет, привет, подписчики! Сегодня у нас открытие охоты. Сегодня первый раз на водоплавающую я иду с МРкой своей. Мы первую уточку пропустим, вот, а по второй будем стрелять, чтобы соблюсти все традиции охотника. То есть это подчеркивает, что охотник может сдержаться, и ему тогда будет вести весь оставшийся сезон. Вон, над мужиком летает, что он не стреляет. Сбил. Снижай скорость. На ветку присела. Слышал, как хлюпнуло? Да. Надо быстрее к ней идти, только как? А мы к ней не дойдем, сынок. Блин. Так что, получается, мы напрасно ее убили. Да. А это надо убивать над нами. Да. О, подбили. Во-во-во. Блин, еще одна подбитая упала. Может, пойти пойдем туда, разыскивать ее. Не найдем. Я видел, так и в воду упала, и туда, куда там искать. Господи, сколько утки. Тут. Готово? Да! Готово? Да, готово. Давай еще. Готово? Еще одна готова. Еще одна. Одним выстрелом две штуки. Собака нужна. Ну вот, подошла к концу наша первая охота осенняя на утку. Как говорится, две уточки добыли. Естественно, сейчас в комментариях будут говорить, что ты много попадал, но ты уток не искал. Ребята, ну, с одной стороны, лазить под дебрям, искать утку, это, конечно, правильно. Но у меня нету времени этим заниматься. В то же самое время здесь ходят лисы, которые данную утку подберут и съедят. И она сыграет правильный, как это сказать, жизненный круговорот в пищевой цепочке.